будем наблюдать за второй картой. Пока что все именно так. У нас... Так, ну и как ты говорил, SkillZ это вообще самая сильная команда из Латвии, да? Ну, по информации, которая у меня есть, да, это не просто самая сильная команда из Латвии. Skills LV это самая сильная, топ-1 Балтики. Топ-1 Балтики, да? Да, угу. Балтика у нас большая, Балтика у нас совсем не маленькая. А есть у них какие-то противники жесткие тоже из Латвии? Так, из Латвии, по-моему, у них нет соперников, но есть там какие-то ребята из Литвы. Ребята из Литвы, я видел как бы сетку. Так, секундочку, так, у меня ты, тут... Ты очень жестко. Жестко класса? Да. Да, ну блин. И как будто на печатной машинке 20-х веков. Так, ну что ж, ожидаем пока одного игрока, пока что видим счет по картам, и первую карту на дасте втором забрала команда USSR. Посмотрим, как у нас эти команды выглядят на карте до Инферно. Ну, ожидаем пока что начало. Так, сейчас я тут просто кое-что решаю насчет лонжа. Надо будет рекламку добавить. И... Так. Да, будет немножко у нас новенький оверлей. Так, а что? Ребята-то уже зашли все на сервер, и сейчас будет в ближайшее время начинаться игра, и будут ножевые раунды. Ножевой. Так, ну один. Что ж, один. Давай, давай ворвемся и будем сейчас смотреть. Ой-ой-ой-ой. Реклама! Так, ну и ворвемся в матче. Так, будем ожидать сейчас пистолетных ножевых раундов. Ждем, пока команда приготовится. И что ж, начало. Кнайф раунд, поножовщина на второй карте. Еще раз повторю, те, кто только что пришел, команда USSR выиграла первую карту со счетом 16-6, по-моему. 16-6, ну там реально было не очень жестко для команды USSR. Но в общем она выиграла первую карту очень даже легко. Ну и поножовщина за сторону, тут она очень много чего решает, не так как на дасте втором. Ну и посмотрим, кто же возьмет сильную сторону на карте до Инферно. Так, ну и... такая жесткая заруба, и Геспик остался один. Ой-о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 й-
первый раунд у нас, и сейчас будут выбирать, что же они напишут. Я пока не вижу, что они пишут. Ну, ничего они нажми не просто этот Escape и отожми. Вот так, оп, оп, и все должно вернуться. Так, ну что ж, пошел отчет, команда Ready, и команда USSR пока что выглядит сильней и начинает за сильную сторону, к сожалению, для команды HandFace. Будут кто играть они за атаку. Мы уже видели, как ребята играют за атаку, так что мне кажется, возможно, ну, для них да. Это шанс. Да, конечно, могут сделать жесткий такой, ну, могут нас удивить за атаку, могут взять реально много раундов, может быть, у них атака вообще сильнее, чем защита, ну, посмотрим. Посмотрим, как это все будет, и так, может вот быть, сухую возьмут команду СССР. Новые карты у нас. Have UA, HandFace, don't spray. Так, ну что ж, пробую сейчас занять банан у нас игроки. Команда HandFace попробует выйти на точку Б, пока что без дымов. Не будут же они выходить через без раскидов, нет? Так, это был дикой от. Так, и кинули они два дикоя на. Ох, и тут. Ой-ой-ой, хедшотик, да. Смогли перетянуть одного игрока по точку Б. Сейчас шанс выйти на точку. О, боже мой, что делает этот игрок? Ай-яй-яй. Сейчас. Так, 2 в 4 осталась команда HFUA, тут же минус от Unknown'а, и 2 в 3 можно тащить такие раунды. Знаешь, такой обломщик Be Prepared. Такой, вроде бы перетянули, все сделали, но Be Prepared дал минус 3 при перетяжке на точку А. И умирает у нас Геспик. Геспик. Ну что же, и тут уже будет легко. О, какой хедшот! Ты что? Так, ну. Блин, реально, блин, вот так, наверное, сказала. Не, ну сейчас она по-другому, наверное, выразилась. Ну, реально, смогли перетянуть одного игрока по точку Б. Было 3 под Б. Но Be Prepared затащил, реально сейчас затащил. Вроде бы для команды HandFace было все неплохо, но, видим, опять же, первый просто пистолетный. Показал чудеса реакции Мангуста.
Мне кажется, это просто было нереально. Там Опять мангуст. один парниша прыгнул, и он успел перевести прицел именно на голову туда, куда он подпрыгнул. Да, это просто реально, реально скилл. Шикарный минус. Смотри, агрессивная сейчас игра от команды СССР. Сейчас Пожали вот... они центр и... Знаешь, после таких раундов, какая команда плывут просто, боже. После таких раундов команда должна просто поплыть уже. Так, один хедшот, ну и нет патронов в ЦЗшке больше. Было бы тут 72 патрона, пораздавал бы наверняка всем. А так, 2-0 да. за командой USSR. Уже 2-0, и позволяет себе поджать. И смотри, а, ну да, бомба была поставлена в первом раунде у команды HandFace. Есть деньги на байраунд. Покупают они себе 5 калашей, и посмотрим, как они с ними отыграют. Так, ну... Пока что. Бомба-то занимается позиция. Сторону второго центра наверняка, да? Да, но инсо, смотри, нет, не то укрепление точки Б. Инсо сейчас зачекал пиксели игрока на бревнах. Ну и команда USSR пока что уже никуда не сунется. Узнала, что у хендфейсов есть байраунд. Догадывалась точнее, потому что бомба была поставлена, как я уже говорил. Ну и пока что без разменов. Минута 10 до конца раунда и. Ребята пытаются сейчас играть от минуса. Дадут минус под А, может быть пойдут под А. Дадут минус под Б, пойдут под Б. Сейчас Никич, нет, инсо. Забирает игрока, под флешку выпустили. У нас и инсоманию. Ну и open фраг за командой USSR. Так, так, ну. И смещается атака у нас под апленд. И скорее всего будет выход, да, именно туда. Именно на апленд. Именно на апленд и пошел выход, и пошли флешки. И уже должна быть перетяжка с точки Б. Так, судя не понимаю, это не у нас зелень. Так, или они будут на бас. Ой-ой-ой-ой! Отличный минус от плаза, но тут же размен от кости. Вовремя вошел под флешку, игроки отвернулись от него, но и убил. Ой-ой-ой, у меня опять загол. Немножко ГУТВ, но ничего страшного. Мы, да, думаю, ничего такого не пропустили. Питер Берет и Егор разобрались с ребятами из команды Хэв Юана о пленте. Отличные позиции они заняли и чекали как раз таки именно выход туда ближе к малым пескам. Ну. И разнесли. Растоптали. Да, просто растоптали. Смогли дать всего лишь минус один команда HandFace. И теперь вынуждены опять делать пистолетный раунд. И скорее всего это четвертый раунд в пользу команды USSR. Выпускает себя сейчас под флешку. Я говорю, команда USSR на центр. Но не смогли не убить игрока. Нет, все же Егорка добил. И опять же open фраг для команды USSR. Есть у них всего лишь пистолеты, поджимается банан, есть поджим, но минус он кнул, инсо. Забирает, есть размен на банане. Ой-ой-ой-ой, какой хэдшот! Unknown, тащи свою команду за уши в полуфинал. Так, ну что, сейчас может зарешать этот игрок раунд, но нет. Эх, нет, все так сладко начиналось для да. Unknown. Плазм. Минус 2 с P250 на банане и... Ну и Плаз не впустил игрока на точку Б. И тут же реакция от Егора и хедшот. Реакция от Мангуста. Мангуста Егора. Так, ну и 4-0. 4-0, опять же, есть деньги у команды HandFace. Теперь у них есть снайперская винтовка. И Некич, что знаем, может перестреливать у нас Плаза. Мы в этом уже убеждались на карте Dust 2. Но, к сожалению, команда HandFace не смогла. Не смогла взять. Так, ну... Что ж, готовится сейчас пока. Никуда ничего не готовится. У нас пока что укрепляется точка Б и уже поджимается банан игроками из команды USSR. Закрывается дымом, чтобы подойти поближе этим игрокам. Ну и пока что без потерь опять же. Опять же без потерь пытаются друг друга понашивать в дым. Ну и смотрим. Смотрим за... Наблюдаем за происходящим. Бомба перетягивается по точку А, все игроки перетягиваются по точку А. И видим, что на точке А уже 4 игрока. Боже мой. Боже мой, как да, же сейчас и прочитали, да. Жаль, банан. Ну, open фраг. Это не мешает сделать open фраг команде HandFace и уже команда USSR в меньшинстве. Но все равно 3 игрока есть еще на точке А, которые могут принять выход на точку. Да, пошел выход на плент и пора бы инсо уже поджимать. Так. Есть инфа, потопало сейчас у нас ункнул, но может он отвлекает игроков в песках. Латера занял сейчас такую интересную позицию, который делает минус, и уже ситуация сравнялась. Тупой, так и два в больших песках, ну, но. Так, be prepared. Ой-ой-ой-ой, be prepared, опять же решает. Инсо заходит в спину и будет... Вовремя, да, вовремя ушел, но... И тут же инсо добивает его. Ну ты посмотри, вроде бы как все хорошо начиналось, но ребята на пленте снова не дают шансов никаких.
Ни капли шансов. Да, без шансов. Смогли прочитать направление атаки команды HandFace. Хоть даже команда HandFace сделала open frag. Они не смогли даже поставить бомбу при такой ситуации. Так, и опять же, пистолетный раунд. Очередной пистолетный раунд. Ну как, через раз. Пистолетные раунды проиграли, выиграли. Так, ну, пока что ни одного раунда за атаку. Опять же, Никич пытается убить игрока ну на банане. Класс, нас ждет, когда кто-то выйдет со второго центра, но не дождался. Так, ну и что ж. За кем же будет open frag? За Егором. Ну, естественно, за СССРами. Кто же может дать open frag? Там с P250 игроки неплохо попадают иногда, но уже минус 2 для команды СССР, минус 3. Команда все ниже и ниже и ниже. Чуть-чуть. Так, отлично. Минус. Ну, кно, минус 1, минус 2. Еще тащит, еще 2 минуса, опять же от него. Так, ну что? А бомба-то осталась на центре, которую не выпустят. Которую не выпустят и знают, что игрок уже прошел на длинный. Под флешку пытался сейчас себя выпустить. Be prepared. Ну и не попадает у нас он к новому со снайперской винтовки. У нас остался один. Минус о, 3. Еще один минус. Вот. Давай. Минус. Нет. Да я. Да. Неплохо. Хорошо он отыграл в этом раунде. Дал минус 3 на эко. Был шанс до тейс. Но не дали. 6-0. И теперь есть закупочный. У команды HandFace. Посмотрим, как на этот раз они отыграют. Будем, вот я не знаю, может быть стоит им попробовать как-то поагрессивнее сыграть, как-то может быстро на Б сходить. Ну хотя, если да, бы они вот сейчас пошли быстро на Б. Ходили быстро на Б, по-моему. Ну смотри, пошли бы сейчас быстро на Б, их бы там слетело сейчас три игрока. Ну да, они бы там такое сгорели. Жестко. Так, хороший поджим, прилетела хаешка в лицо Латра и уже 38 хп у него. Так, ну. Все равно они не испугались и дальше стоят на банане. Пытаются. Пытаются его, может быть, занять поближе или нет. Манцуется у нас вот здесь. Инсом. Ой-ой-ой, смотри, какая подсадочка сейчас у да, игроков. У нас теперь тут 2D. Так, минус. Open frag. Не попадает снайпер. Который вроде бы попадал. Но в этот раз не попадает. Пытается сейчас обратно начикать игроков на банане. Но в этот раз никого не видит. Спрыгивает, потому что им уже расселся. И можно уже заходить. Можно заходить, есть а флешка вот он, на машину. Багнутый дым. Вот это вот багнутый дым на машине. Ой-ой-ой! Ох, смотри, что он делает? Мучает, что? Мукич. Он начекал его в мизинец. Знает, там нет. Да прям в мизинец, между мизинцем и безымянным пальцем настреливается ВП. Так, ну что ж, теперь сравняли ситуацию. Точка Б занимается, будет ставиться бомба. Неужели первый раунд для команды HandFace? Будет ставиться бомба на так, гриле. Смотри, как нашивает. Молотов. Горит, горит, горит! Ай-яй-яй! 18 хп. Нет, не сгорает, нет, на нет. Работе пока. Пока на работе. Так, 6-0. И что ж, неужели? Неужели первый раунд? Нет, не попадает у нас ни один из снайперов. Ну зачем ты же ты выходишь? Стой закрыто себе. Принимай. Пласт минус 2. Просто по КД отстреливает. Ну, ребят, это бред уже, реально. Это реально бред. Вот ты посмотри, два красных игрока и один снайпер. Я не знаю, ну зачем же... А нахрена они сунутся? Зачем же лезть? Зачем? Они остались так скажем, в выгодной ситуации. Им главное просто не дать игрокам задафить бомбу. Стойте себе, принимайте. Нет, надо вылазить. Иди зна... в закрытую до последнего. Знаешь, кто там у нас был со снайперской винтовкой? Некич. Он первый раз вышел, не попал со снайперской винтовки и услышал, что по нему тоже не попали. И знал, что там будет уже ожидать снайпер, но он второй раз все равно решил выйти, хоть это как бы неудобно было. Так, ну есть все-таки с его позиции. HFUI, есть даже снайперская винтовка у Нукича. Так, и open frag. И open frag от него. Да, теперь забирает у нас снайпера. Команда USSR и команда USSR в меньшинстве. На точке Б есть один игрок, но почему-то HandFace не быстро туда спешат. Спешат туда, но медленно, на шифтах. И никто не хелпует из команды USSR на точке Б пока что. Ну что ж, ну... Геспик, он заняли у нас посмотри. Ковры. Они хорошая хаешка, они да, боятся, хорошая. Они просто боятся сейчас зайти на точку Б. Они туда не заходят и уходят туда, там где три игрока. Три игрока и команда СССР. Ну это жесть. Это реально жесть. Сейчас будет выход на точку А, Егорка сейчас будет принимать списков и сейчас будет так, решать. Короткая у нас собралась, братья. Латра. Латра делает минус. 10 хп. 10 хп осталось еще Геспиков. Так, ну, уже сравнял ситуацию, флешоны у нас. Скорик, но без шансов. Сгорает Геспик и тут же еще один минус. Так, Нукич остался один.
Один, но. Один, последний из Магикан. Так, услышал, услышал. Последний из Хокаге. Опять же, может затащить. Дал минус 3, будет ли эйс? Давайте с вами посмотрим. Но его уже там ожидают. Нет, мне кажется, у него очень мало время. ХП, да, и, ну и 9 секунд, ХП, естественно. Время, да. Секунд, чтобы за 9 секунд, это нужно, чтобы ребята стали все в одну... Ну да, вдвоем ну, стали ну, в этот... На бронебойный выстрел, да. В общем, да. И счет 7-0, один раунд до взя... А, 8-8, да, 8-0. Уже выиграли по-любому первую половину команда USSR. Да, это реально жестко. Реально жестко, но у команды HandFace находятся деньги, чтобы сделать бай. Бомбу они не поставили, но деньги нашкрябали. Посмотрим. Попробуют они хоть один раз быстро зайти на точку Б. Сейчас видим, три игрока занимают банан. И будет ли open фраг, опять же, за HandFace'ами. Так, опять же, почему-то у нас автодиректор чуть-чуть. А, ну все нормально, все хорошо. Так, пока без разменов. Автоматический директор там сидит. Да. Ну, что ж, готовится выход под Б, или это будет какой-то. Так, ты посмотри, фейк. Под моментальную флешку Инса выходит, делает минус. И уже команда HandFace мешает свину через дым! Костя, что он делает? Бесстрашен этот игрок. Делает размен, бомба будет ставиться в дым, но могут дать не поставить. Прямо рядышком стоит. Посмотри, где сидит у нас... И можно делать инди-дефуз. Он кнул. Дает минус. Сравнится ситуация. 3 в 3. Посмотри, где инсомания. Инсомания сидит в пленте. Ну мог сделать инди-дефуз. Добрый вечер, а я у вас в бомбе сижу. Пока. О, у нас где ты, пока он кнул. Инса и разваливается вся команда HFUA. Да. 8-9-0. Не прочекали, не прочекали ни B1, и не получилось у них взять этот раунд. Хоть и выход на B был очень хороший. Костя выбежал в дым, буквально повесил хедшот. Бомба была установлена около инца, и если бы он дал какую-нибудь флешку, то мог бы задефузить. Да, мог сделать ниндзя дефуса, и, ну, как видим, он потерялся если просто в дыме. Если бы был ниндзя дефуз, я бы тут кричал, как я не знаю. Просто да, это было бы реально жестко. Так, Егор у нас находится, смотри. Блин, я опять вижу какую-то рыбу. Я опять увидел рыбу. Я увидел ну, лицо. Я тебе расскажу, Егор у нас был в окне и сделал минус. Я почему-то вижу лицо. Красным. Я опять вижу рыбу. Это рот и глаза рыбы, я сейчас на балконе увидел. Ну ладно. У меня второй день какие-то глюки. Так, ну и что? Пласт дожидается у нас Нукича и тут же минус. Выходит с бойлера, у нас два игрока знают, что пласт находится у нас на зелени и будут пробовать заходить, скорее всего, через короткую. Это ли пласт находит? Боже, еще один минус от плаза. Плазмган. Плазмган не подводит плазматора и... Трипл килл, как говорят дотеры. От плаза, от АВП команды USSR. И 10-0 становится счет. Пока в сухую разносит команда USSR команду из Украины. Сухо. Сухенько тут все, даже мокреньким не пахнет. Возможно, но чем-то уже попахивает от команды HFAM. HandFace. Но... Я надеюсь, что ребята себе так поедут. Что-то они холодные какие-то. И скорее всего сейчас будет первый раунд для команды HFUA. Но будем знаем надеяться, что как... ребята соберутся. И есть open frag. Пора уже собраться. Пора команде HandFace собраться, потому что последняя карта, последний шанс. Сейчас они должны заточить на этой карте и решить, кто же победит на третьей карте. Но пока, видим, не получается у них на второй карте выиграть. Горит и тут же Инса. Хороший заход был на бэплэнд, но тут же Инса разбирается со всеми. Инса минус 2, но тут додавливает Геспик. Инса, знали, что у него мало можно, ХП. Можно ставить бомбу, Геспик, я тебе честное слово говорю. Да, ставит он бомбу, послушал он меня, и сейчас, скорее всего, ребятам нужно играть закрытую. Ну смотри, два точка Б занялась. Со стороны КТ, так что банан можно даже не смотреть. Ну, они что, не знают, что на КТ два игрока, ну, да, но да, все да, равно да, решают. Да. Все равно решают смотреть так, как ты сказал, и... Что ж, никуда не сунулся. Молотов дался так, за дальний. Минус. Не припер. Дает минус один. Мало ХП. Ура! Ура! HandFace сделала первый раунд. Неужели? Неужели они это смогли? Ну что ж, 10-1. Все. И можно брать 10-5 и выигрывать 16-10. Ну смотри, уже один раунд есть. Можно даже попробовать закомбэчить за вторую половину. И посмотрим. Уже есть один раунд. Это уже очень хорошо. Смогли они. Осилить хотя бы один
сорвать, так скажем, серию из 10 раундов команды USSR. И теперь, за кем же теперь будет OpenFrag? Видим, что не хватило на полный бай у команды HandFace, но попробуют выйти еще через центр и уже идут на длину. Есть OpenFrag от HandFace, точнее, от Никича. И посмотрим. На точке Б еще есть два игрока, которые спрятались в песках, и их надо выбивать со всех сторон. Убивать со всех сторон, и будет ли это делать команда в HandFace? Да, дает минус по игорке. Хедшот от Кости! И еще один минус! Но Бипрепар смог. Посмотри, как прикрыл Кости своего вапера, и остался у нас Инса один. Ну что? Инсо, дает минус один. Минус. Есть ХП, есть броня, но есть дым. Пытаются по нему нашить. Спрей, еще даже хедшот вешает скорик. И отлично. Второй. Будет у нас пауза, ребята, пауза. Где же пауза? Какая пауза? Кто-то просил паузу? Вылетел у нас парниша. А, все, успели, успели. Второй раунд смогла взять команда HandFace. Второй раунд подряд, ура. И мастер за 0, не денег, добавил команды USSR. И сейчас будут они сливать, и возможно это... Может это и правда камбэк. Так, неужели она заиграла? Парень? Последний парень на районе. Последний парень на районе. Кто у нас последний парень на районе? Так, сейчас, секундочку. Так. Ну, есть, все, заходит у нас игрок. Да, ребята, еще раз хочу повторить, что благодаря нашему глобальному партнеру, международной торговой площадке G2A.com, мы сегодня вечером на Invite Cup будем разыгрывать на каждом из каналов по одной гифт-карте с номиналом в 5 евро. И за эти 5 евро вы сможете купить себе игру. Так, ну, так, теперь у нас пистолеты есть у USSR, и будет сейчас еще один раунд для команды HandFace, я думаю. Ну, посмотрим. Так, такой вид камеры, как будто в GTA 5 играю. Так, ладно. Ну, я сейчас немножко займусь тут чисточкой. Так, ну, чисточка это хорошо, и еще один раунд для команды HandFace. Или нет, Инсомания будет против. Забирает у нас снайпера команды HandFace, и ситуация 1 в 2. 32 хп и 3 раунда до конца, так и под флешкой сейчас попробовали выпустить, и Костя умирает, ситуация 1 на 1, Скорик, 37 хп, неужели он затащит? Нет, Скорик останавливает у нас Инсоманию, Инса, и все же команда HandFace смогла взять серию из 3 раундов. И ну что ж. Я уже говорил, что возможен камбэк, и мне наконец-таки начинает это нравиться. Да? Я прям уже весь снова живой, я не засыпаю от этого КС-а, и возможно дальше будет все еще интересно. Ну знаешь, уже поинтереснее, когда команда HandFace, вот HandFace прям лезет в голову. Но могут бороться. Вот когда они могут бороться, когда есть борьба, это уже интересно. 3 раунда подряд, и будем надеяться, что будет камбэк. Так, Егор делает open фраг, но остался он красный. Так. Можно делать минусы. Так, веселый огонек у нас на машине, да. И бомба почему-то у нас... Нет, не одна. Геспик есть рядом. Есть рядом Геспик, и... 5. Пока что без потерь для команды СССР. Выходит сейчас через центр, спрятался за столбом у нас Плазы. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладрик! О-о-о-о! Да прочитайте вы тупую, ребята! Просто распалась команда HandFace. Ладра выходит и разваливает всем кабины. Вот это да, вот это выход. Сел, зажал, скилл показал. Вот это я понимаю выход. Ребята вышли и просто не поняли, что дальше делать. Один игрок спрятался, начали вертеться, крутиться, и все умерли на центре. Ну, 11-3, последний раунд в первой половине, и команда HandFace попробует занять точку Б. Будут делать это быстро и четко. Будем надеяться, что четко. Так. Есть так 9-й, пошел выход, через огонь бежит Костя, забирает Латра у нас с Корика, но Костя делает размен. Еще от Латра в огне отгорает Костик, но жестко. В меньшинстве уже команда HandFace, бомба упала, ну, и все игроки... Инса ждет, так, зачекал он услышал. Ой-ой-ой. И отлично нашивает в дым. Да, ну куда же вы в дым идете, ребят? Будет минус от Инса, еще один хедшот вешает он, и ну кетч, остался у нас последним из ну, боевикам. Ну кетч! В дым заходит, ну, умирает через у нас. Через огонь, ну, кетч. И в воду бежит у нас Бипрепэр и вешает хедшот. И 12-3 заканчивается первая половина второй карты. Да, как-то слабо. Команды USSR. Ну, жесткие ребята. Что там у нас USSR. По киллам? Ну, по киллам видим, что Бипрепэр у нас идет со счетом 16-5, за ним Латура 14-9, Плазимов, Плазы со счетом
13-9 Инсомания 14-7 и Егорка 11-7. Ну и счет команды HandFace. Так. Счет команды HandFace. Be prepared. 16-5. Латером 14-9. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это ЕССР опять, ребят, сори. Так, а сделай меня чуть погромче, а то пишут мне, что хорошо. Второго не слышно. Хорошо, хорошо. Сейчас сделаем. Я тут и так уже кричу. У меня уже соседи знают, что я комментирую аматорку сегодня. Так, давайте, ребята, я сделаю сейчас погромче и думаю, так нормально. А ну-ка, поговори. Так, бомба у нас находится под вторым центром, даже, нет, скорее, да, около второго центра, и вот. Поджим у нас, Ковров, поджим! Так, два хедшота вешает команда USSR, и... Так, и забирает и еще одного 3. Парня, и очень все тяжело. Пистолетка проигрывается, к сожалению. Аплент у нас просто нереально открыт, из-за двух ошибок, неудачно поджали. Так, но... Гэспик у нас без брони и уже 30 хп. Ой-ой-ой-ой. Настреливает ему инса и заходит в библиотеку. Ну тут же оно делает 2 минуса и, возможно, шанс есть. Но спину заходил у нас, да. Be prepared. Ну знаешь, теперь как-то мало шансов у команды HandFace сейчас дать камбэк. Проиграли они вторую пистолетку. И сейчас это была пистолетка очень решающая для них, но, к сожалению, они ее проиграли. Наделали они поджим на коврах, но немножко не получилось. И сейчас да. Они не решаются брать какой-то форс бай. Все-таки будут ждать они, что. Так, ты там посмотри чатик, и пусть зрители отпишут, как нормально слышно, или надо еще как-то погромче тебя сделать. Так, или... ребят, как сейчас меня слышно, вы там скажите. Мне кажется, что стало получше. Ребят, как слышно? Так, Егорка делает open фраг. И опять же open фраг за командой USSR. Теряют они скориком. Латра дает минус, ну, если размен от Никича. Занимается точка на точка. Есть у нас еще Никич, у которого 4 хп. 4 хп не мешает ему сделать минус по плазу, но ситуация все равно в меньшинстве команда. Уже есть туда у команды HFUA и можно пробовать. Да, конечно, не можно, а даже нужно. Нужно пробовать, потому что раунды сейчас очень решающие. Какой тайминг не словил нас Анон и тут же его забирает Латра. Граната в Латра прилетела от его тиммейта, но и Геспик 1 в 3. Сейчас может зарешать. Так, первый минус, подбирает он дроп, но... и убегает, все правильно делает. Будет он сейчас встречать ребят с ковров. Минус 1, но... Так, сделал уже еще минус 1, и остался у нас последний Егор, который его забирает. Но все-таки неплохой раунд для команды HFUA. Естественно, было бы лучше, чтобы они убили всех и раздефузили бомбу, но и так сойдет, мне кажется. И есть сейчас у них Force Buy. Форсбай. Купили они два кольта, два фамоса и P90 и попробуют остановить эту машину. Машина для убийства. Да, согласен. Ракета, летящая в полуфинал, я так понимаю уже. Так, ну, пока что все очень плохо для команды HFUN. Хоть они уже начали играть за сильную сторону, два раунда подряд уже в первой половине они проиграли. Так, ну. Пока что, видим, атака готовится выходить по точку А. Инсомания у нас под Б. Будет, наверное, как-то держать этих игроков под этой точкой. Но скорик дает опенфраг и размен от плаза. Сравнивается ситуация. В коврах сейчас есть перестрелка. Минус от скорика. И уже в меньшинстве команда USSR. Не решает выходить на точку Б и отходит... Ой, на точку А и решает уйти под Б. Не совсем, так и в меньшинстве, учитывая, что 3 в 3. А, уже 3, да-да-да-да-да. Да-да. 3 в 3. Так, Инса, так, прилетел смок у нас на хелпу. И будет бомба установлена. Бомба устанавливается у нас на гриле. Есть у нас один игрок. Это Гэспик, он находится у нас на катушках. Так, веселый огонек полетел у нас в руины. И теперь команда Have Fun HandFace должна выбивать бомбу и брать для себя раунд. В принципе, шансы есть, так, нет, дефузов дефузов, нету. Нужно торопиться нужно. Ой-ой-ой-ой, есть инфа по одному игроку, есть по второму, но знают ли, что еще один на банане. Сейчас мы с вами увидим. Минус от Геспика еще. Так, и все, скорик. Можно дефузить, быстрее дефузить. Дефузь! Ой-ой-ой-ой, успеет? Нет, 5 секунд, ё-моё, что же такое, блин. Еще и умирает. Вот что означает, не закупили дефуза, ребята. Поэтому всегда старайтесь вот покупать дефузы. Лучше бы кто-то купил себе первую броню, но все-таки закупил дефузы. Ибо 15-300, но это счет и нет денег на бай. Ибо не надо покупать второй броник.
Так, когда нет денег на дефуза, ни у кого из тиммейтов. Да, ребят, 15-3 становится счет. Не суперский бай у команды HFUA. Видим мы один Фамос, один АК-47, П-250, Дигл и ЦЗшка у Кости. Костя с ЦЗшкой будет сейчас разваливать команду. С ЧЗшкой и ЦЗшкой. Так, смотри, Скорик делает первый минус. Open фраг. Но разваливает Скорик. Разваливает Скорик и уже... Жестко, уже жестко. Латера разменивает. Где у нас бомба? Бомба у нас упала. Скорик сейчас убивает Латера и будет заниматься бомба. Хотя нет, там пласт стоят перехрестным огнем, так сказать. И бомбу никто не подберет. Почему-то Скорик решил сыграть агрессивно, выйти через балкон. Не пойму, зачем он это делал, потому что раунд очень важный, надо оставить ох, закрыто. Еще ошибается у нас Unknown и забирает ну... его Инса. Что ж, на точке Б никого нет. Поплыла команда HFUA, не знает, что надо делать, и осталось два игрока у нас против четырех. Ну и последний Геспик. Ху, ребят, это ГГВП. 16-3 выигрывает вторую карту команда USSR и проходит. Так, просит у нас Скорик Банди, но будет все чики-бомбони, ага. так как это уже суперская стадия, и так, мне там... кажется, все знают, что нужно делать. А, там подозрения, что ли, у кого-то на кого-то? Нет, просто, ну, просто проверочка. Так что 2-0 выигрывает команда у нас USSR и проходит дальше в полуфинал на команду L Dodgers. Так, ну, пока будем ожидать сейчас начала. Ребят, сейчас надо будет сделать, так скажем, технический перезагрузку стрима. Никуда не уходите, а сейчас мы вернемся. Поэтому не пугайтесь, когда стрим выключится, нам да, надо просто... Заходите на наш канал, и нас будет ожидать супер интересный полуфинал. Команда XPC будет встречаться. Сейчас я посмотрю, с какой командой, и скажу вам по-быстренькому, если успею. Ну, с командой SkillsLV или с командой TeamBH. Да, и еще должна сейчас быть ставка у нас по этому матчу, как я понимаю, да? Да, должны у нас быть ставки на CSGO Lounge. Поэтому ставим ставки, да. Ждите... И так далее. Так, ну что ж, ребят, никуда не уходите, сейчас мы сделаем перезапуск по-быстренькому и сразу же ворвемся в полуфинал. Может, там маленький такой музыкальный перерывчик, но скоро будем.